Всем привет, фильтрованные новости. Чего я решил прямо ночью записать, посмотрел «Добро в эфире», это РЕН-ТВ. И до того меня взбесило, я аж закипел, я выключил телевизор, включил телефон, чтобы записать свои мысли. Значит, речь идет о Конституции и о том, что туда все-таки вписывают слово «Бог». И как журналисты все это объясняют. Вы знаете, я вот сижу, и я понимаю, что я в какой-то сюрреализм, в зеркале какой-то попадаю. Правда, я не знаю, что происходит. Знаете, когда-то мы не могли понять, что, как может быть там геи, это нормально в Европе, там что-то, какие-то процессы там демократические, дико демократические до абсурда доводили. Мы не могли никак этого понять. Да как? Вы что, дураки? Как можно папу и маму там называть родитель один, родитель два? У нас сейчас происходит то же самое. Вот когда я в историю заглядывал, я помню там сталинизм, когда книги читал еще под запретом, которые были там 37-й год, репрессии, я не мог понять, как люди до этого могут докатиться. Вот каким образом, они же все видели, эти воронки приезжали там, обвиняли всех в шпионаже, во всем что угодно. Или в Германии, допустим, когда приходил, вот читаю историю, когда приходил фашизм, когда там запрещали, как в Америке, в Северной, когда-то рабство было, и негры не имели прав. Также евреи, допустим, стали не иметь, просто стали скверики, для них там скамейки в сквере, отдельно транспорт там. И все это как бы в 30-х годах при Гитлере. Все это вводилось, и я все время не мог понять, ну люди не сумасшедшие, они же видели. Вы понимаете, вот сейчас я смотрю, люди настолько тупые, глупые, им можно впихнуть все, что хочешь. Вот все, что хочешь. Вот был у нас диктатор какой-то, сейчас вот он сидит, Путин, культ личности. Его же разоблачали, Сталина, культ личности, да, после смерти, там, 20-й какой был, 22-й съезд Компартии, когда разоблачили культ личности, когда выяснили, что так не должно было быть, что не должно было Сталин везде мелькало. И сейчас то же самое. Путин с утра до ночи. И вот наши дети, наше поколение это воспринимает совершенно нормально. Теперь они говорят о Боге. Ну ладно, там засрали мозги. Ладно, попы у нас сейчас чуть ли не выше уже Государственной Думы. Они там уже решения какие-то принимают. Хрен с ними. В женских золотых платьях что-то решают, какие-то судьбы человечества. Сейчас дошли до Конституции, и я послушал журналиста, я охренел. Смысл в чем? Ну, я так понимаю, вот этому Добру уже сколько ему? Ну, там, допустим, там 40, там, я не знаю, 45 лет, 40, да? Он же родился как бы в СССР. И он же воспитывался, и он там пионером, наверное, был, да? Как он может эту чушь сейчас нести? Он наверняка университетское образование. Он говорит, что, значит, если нет Бога, значит, нет морали. Значит, если нет Бога, значит, все можно. Если мы не впишем слово «Бог» в Конституцию, значит, это и начинает какое-то... Можно обжорство, можно прелюбодеяние. Сука, как мы жили без Бога-то все время? Мы же прожили каким-то образом в Советском Союзе без Бога. И мы были аморальны все, что ли, я не понимаю. Или сейчас те, которые якобы верят в Бога, они более моральны, что ли? Они честнее. По-моему, они глупее. Вот не могу, правда не могу понять, насколько дико нагло все перевирается, все ставится с ног на голову, и нас толкают в средневековье абсолютно серьезными лицами люди, с университетскими образованиями, журналисты, они себя сами не чувствуют идиотами, что ли? Что им говорят, вам нужно рассказать, что без Бога жить нельзя. Твою мать, сука! Уже партии пора открывать по этим защитникам неверующих. Просто они вообще, по-моему, похоже, уже бесправными скоро будут. И гонения на них начнутся. Они уже нам рассказывают про церкви, чем отличалась церковь до революции. До революции, сука, 100 лет назад была. Вы что про нее вспоминаете? Что было 100 лет назад? Как можно сравнивать? Наверное, сумбурно.
наверное, не могу я все свое возмущение выразить и объяснить, но мне дико обидно за людей, честно. Я смотрю на эту глупость абсолютную с экранов, вот это то, что льется, и то, что пытается сейчас, в наше время, в 21 веке, полностью, это мы в Иран куда-то сейчас ползем, куда-то в Саудовскую Аравию. Мы смотрим на них как на дегенератов с ихними законами какими-то ненормальными. Мы туда же ползем, в средневековье абсолютно. Вот, что я вам хотел сказать. Все, достаточно. Это были фильтрованные новости от Полей Реформа из Красноярска.